Сегодня я продолжаю нарезать канавки лаплошем для посадки картофеля. Процедура обыденная, хотя если разобраться, в прошлый раз у меня была маленькая неисправность у лаплоша. Сгорел конденсатор. Поэтому я его как бы подменил временно пачкой из двух конденсаторов вроде подходящих по емкости, но я не уверен, что это все строго соответствует. И стартует он у меня немножко хуже теперь. Однофазник, конденсатор нужен для запуска. Итак, как обычно, лопатка лаплошевская, фрезы лаплошевские, культиватор лаплош, ручка лаплошевская, я... ваш покорный слуга. Пробуем. Пишу в этот раз без шумодава. Все-таки писать звук поверх шумодава, который давит двигатель, получается очень-очень плохо. Надо либо пахать, либо писать звук. Параллельно перебивать вот этот очень сильный звук культиватора шумодавом получается плохо. Так больше делать не буду. Буду писать без шумодава, чтобы чище звук был. Попробуем. Что можно сказать в наблюдении? Почва пересыхает очень быстро. Вот сейчас я прокопал канавку, а она в реалии где-то в половину сухая. Середина апреля, даже нет, ближе к концу апреля. Казалось, все еще должно быть в воде. Фух, а у нас полнейшая, блин, Африка. Ну что делать, другой погоды нет. Будем копать так.
этот раз я пошел все в одну сторону, да под горочку. Да, определенная гора у меня здесь есть, поэтому пахать сверху вниз чуть-чуть приятнее. Можно пахать и в обратную сторону, но так красивее. В общем, малята, вы поняли, что технология у меня отработана. Проблемы с ней никакой, грядки у меня сажаются без вопросов. Картофель у меня будет сегодня посажен там, здесь. Возможно, если потребуется, прихвачу еще верхние грядки. Вот как-то так. Очередной сеанс психотерапии. Раннее утро. Порядка 9:30 сейчас у нас. Тепло, светло, солнечно. 22 апреля. 23. Как-то так, малята. Сажаем картошку. Нарезаны 6 дорожек 10-метровых. По старой памяти я хотел бы на этом и закончить. И считать, что вот у меня 2 поля всего лишь. Оба нарезаны и оба по 6 дорожек. Но проблема в том, что решение уменьшать картофельные ряды мы приняли после того, как заготовили картошку для посадки. Ее много. Поэтому не исключено, что и вот здесь, на этом поле, мы еще добавим 3 дорожки. Наверное, их надо сразу добавить, чтобы голова не болела. В общем, очередной показ, очередной просмотр, очередное вам понравилось.
Как-то так, малята.